Гостей праздника развлекают без устали. На сцене скоморохи, танцоры и певцы. В палатках предлагают не только праздничные блины с чаем, но и беспроигрышную лотерею. Также в люди вышли сказки. Но, пожалуй, главными героями народной масленицы стали бабушки-алейки. Бабушка Алейка, да, куда мы идем? Мы идем угощать народ честной нашей самой лучшей продукции, что алтайской. Это? А это смесь для выпечки и блинчиков. Прекрасно. Да. Самое то для масленицы. Компания «Лезернопродукт» поздравляет жителей города с праздником и дарит вкусные и полезные подарки. Целые пакеты с призами самые смелые забирали после конкурса. Взрослые веселились как дети, переворачивали блины на огромных сковородках, мерились силой, прыгали в мешках и на скакалке. В этих мешках вы допрыгиваете до финиша. Вытираете пот скоморохом. За прыжки в мешке. Продолжаем играть. Муку. И блинчики. Это будет длиться бесконечно. Не танхавиться, а будет смерти. Ну, очень интересно, очень радостно, весело, позитивно. То есть праздник очень хороший. Мука, масло, хлеб, макароны. Все, что мы любим, в общем, то и досталось. Спасибо вам большое. Такие же подарки достались еще десятку людей. И до того, как чучело масленицы сожгли, все они пообещали вернуться на проводы зимы в следующем году.